Здравствуйте, с вами ПМ Лазер. Наши контакты в начале и конце каждого ролика. И эту фразу волшебную мы говорим для тех, кто не может найти наши контакты. А здесь у нас интересная деталь. Это проект из трех деталей. Какой-то воздушный ресивер с разными емкостями. Они похожи на уголочки. И пипки для шлангов. Они здесь специально сделаны на закладной. Проливаем первый раз. Как будет пониматься, тоже пока непонятно. Сейчас все увидим. Поехали. Вынимаем. Вот такая маленькая деталька, что даже непонятно, пролилась она или нет. Не, ну вроде да. О, прикольно, осталось даже вместе с закладной. Универсальный способ внимания, да. А вот. Вообще она осталась совсем не в той части, в которой ей положено было остаться. Так, такое тоже бывает. Вот. Сейчас мы этот процесс выемки покажем поподробнее. Да. Вот такие вроде корабликов. Получаются штуки. Мы их сейчас по прямому, так сказать, делаю. Раз. Да, вот такая вот штуковинка. А здесь будет сверлиться маленьким сверлышком, меньше миллиметра. Вот в эту вот пипку будет отсверливаться дырочка. Специально калиброванная, все дела. Эти штуки ставятся на фланец, это с одной стороны, та с другой стороны. И получается какой-то такой воздушный девайс. Не очень понятно, но такое бывает. Спасибо, до свидания.